Необычно сильные сезонные дожди привели к гибели почти 800 человек в Пакистане. Такие данные приводят за последние два месяца. По словам властей, большинство жертв в обедневшей юго-западной провинции Белуджистан и южной провинции Синд. Еще 37 человек в период с 14 июня по 22 августа погибло в пакистанской части Кашмира. Большая вода также размыла дороги в провинции Пенджаб, их перекрыли. В провинции Белуджистан сильно повреждены жилые дома. Для пострадавших власти и военные организовали лагеря временного размещения. Семьи также стремятся обеспечить продовольствием и медикаментами. В целом пострадало почти 100 тысяч жилых домов. По словам метеорологов, в Синде, Южном Пенджабе и Белуджистане непогода продолжится. В ближайшие дни там снова ожидают сильных ливней с грозами и порывистым ветром. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.